Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу очень простое блюдо, даже не блюдо, это коктейль. Для тех, кому не хочется или нет времени делать завтрак, это очень хорошая замена, потому как этот коктейль очень полезный, очень питательный, ну и очень сытный. В миксер мы всыпаем полную сверху ложку овсяных хлопьев быстрого приготовления и заливаем немножко, слегка вот так вот, молочком. Пока мы будем чистить банан, который тоже для этого потребуется, оно немножко разбухнет. Итак, чистим банан. Я его не режу, я его просто кидаю произвольно. Отрываю кусочками и кидаю произвольно. Вот таким образом. Теперь добавляю 1 чайную ложку меда. Я просто примерно знаю, сколько это будет. И теперь мы доливаем почти до верха молоком. Вот так вот. И взбиваем. Наш коктейль готов, и мы можем его переливать в стакан. Вот такой коктейль у нас получился. Настоящий, вкусный, сытный. И поверьте мне, это вкусно. Этим коктейлем очень хорошо начинать свой рабочий день. Выпил коктейль, поехал на работу, а там уже кофеек вас ждет. Ну, а я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, всего хорошего. Берегите себя, заходите, подписывайтесь. До свидания.